Новые компании покидают Каталонию после референдума о независимости автономного региона. О таких мерах объявили еще две фирмы. Эбертис – компания, управляющая платными дорогами. Руководство обсуждает, куда именно перевести юридический адрес. Колониал – одна из крупнейших в стране риэлторских компаний, также ищет варианты переезда. После того, как власти Каталонии заявили, что отделяются от Испании, несколько крупных фирм решили вывести из региона свои юридические адреса. Среди них третий и пятый по величине банки Испании.